Погрудный автопортрет Рембрандта, самый последний из дошедших до нас, написан в год его смерти и находится в Гаагском музее Морицхойс. В отличие от Кёльнского автопортрета, он просто спокоен и собран. В нем нет ни старческой немощи, ни творческой возбужденности. По-видимому, тяжело передвигая ноги, Рембрандт, до этого находящийся где-то слева за стеной, вышел оттуда и остановился за прямоугольником рамы, повернув голову так, чтобы в самый центр попал овал его спокойного лица с утиным носом. Шарф на голове аккуратно повязан. Седые волосы вьются из-под шарфа мягкими локонами на плечи. Морщины на лице разгладились. Приглушенные блеклые тона портрета еще более подчеркивают мягко благожелательные, немного усталые черты художника. В этом самом последнем из рембрандтовских автопортретов также беспощадно скрыты приметы старости. Глубокие складки, редкие седые волосы, ореолом окружающие голову, полный печали взгляд, направленный на зрителя и глубоко проникающую душу. Образ Рембрандта кажется чуть размытым, точно погруженным в воду, в реку забвения. Этот старик стоит рядом с нами, но в нем нелегко узнать того, кто 30 лет назад сидел с лихо поднятым бокалом вина и с Саскией на коленях. Видимо, последний портрет лепили уже непослушные руки. А порой кажется, что он вообще не рукотворен, что вещество, с которым руки Рембрандта имели дело долгие десятилетия, когда они ослабли, решила, как в фантастической истории Андерсена, послужить ему саму. И ночами, когда больной одинокий художник видел во сне веселую Саскию в доме, наполненном редкостями и чудесами, или мальчика Титуса, рисующего у окна, или милое печальное лицо Генрики, а может быть, детство на мельнице, сумрачно-золотую столбе солнечного света пыль муки. Чудом и родился этот погрудный портрет. Дар земли, равнин, холмов, ручьев и деревьев, дар неба и моря, и добрых людей, дар мира, который он изображал без устали, когда были сильны руки. Вы вновь со мной туманные видения, мне в юности мелькнувшие давно. Вас удержу ль во власти вдохновения, былым ли снам явиться вновь дано. Из сумерек, из тьмы полузабвения восстали мы, о, будь что суждено. Ловлю дыхание ваше грудью сею, и возле вас душою молодею. Вы принесли с собой воспоминания, веселых дней и милых теней рой. Воскресло вновь забытое сказание, любви и дружбы первой предо мной. Все вспомнилось. И прежние страдания, и жизни бег запутанной чередой, и образы друзей и жизни юной, исторгнутых, обманутых фортуной. Я всех, кто жил в тот полдень лучезарный, опять припоминаю благодарно. Кружок друзей рассеян по вселенной, их отклик смолк, прошли те времена. Я чужд толпе со скорбью мне священной, мне самая хвала ее страшна. Насущная отходит вдаль, а давность, приблизившись, приобретает явность. Перед Гаагским автопортретом в мировой живописи нет ничего подобного. Рождается мысль, что кисть его писала сама. В нем нет мастерства, в нем нет живописи, в нем жизнь. Нам хочется, чтобы этот последний, размытый, будто бы написанный не Рембрандтом портрет, открыл тайну мужества Рембрандта. И он отвечает: «Никто не умирал, ничто не уходило. Была бесконечная щедрость мира». Это жестокий ответ. Как будто Рембрандт хочет изгнать из памяти все свои яростные протесты, все взрывы гнева и иронии, все самосбродства, которые он совершил в своей жизни, и уйти из нее просветленным и умиротворенным. Но под этой тихой и благообразной видимостью скрыто нечто совсем другое. Настойчивый, проницательный взгляд и горькое,
Чуть ироническая складка в уголке губ говорят о том, что Рембрандт ничего не забыл и ничего не уступил.